Всем привет, приветствую вас на YouTube-канале «Наследство монет». Рассмотрим серию выдающейся личности Украины, монеты Украины, с медно-никелевого сплава монета «Кость Левицкий», номинал 2 гривны, 2009 года, описание и стоимость монеты. Посвящена украинскому юристу, общественному и государственному деятелю, председателю правительства Западноукраинской Народной Республики Костю Левицкому. На аверсе монеты в центре изображен малый государственный герб Украины, под ним год чеканки монеты 2009, по кругу размещены надписи «Национальный банк Украины», вверху 2 гривни, внизу и логотип монетного двора Национального банка Украины. На реверсе монеты изображен портрет Кости Левицкого, справа от которого размещены годы жизни 1859-1941, слева надпись полукругом «Кость Левицкий». Рыночная цена на 1 июня 2020 года. Монеты. $2 США. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки. Дизлайки, жмите колокольчик и подписывайтесь на мой канал.